А когда у тебя день рождения? Конечно же, сам. Да, часто. Да, ребят, мы хотим поделиться с вами рецептом торта, который беспроигрышный вариант у нас всегда получается. Для этого нам понадобится что? Смотрим. Какао. Стакан сахара. Это сода у нас, пол чайной ложечки. Здесь у нас 1,5 стакана муки мы пересыпали. Стакан сметаны, уксус, и мы уже разбили 3 яйца. Сейчас мы будем сыпем сахар. Сыпаем сахар и весь. Мы уже взбили яйца, взбивали минут 5. Они у нас такую пышную пену превратились, кремообразно. Теперь мы будем добавлять стакан сметаны. Это уже мешало. Я буду наливать. Сметану кое-как мы сюда определили. И теперь мы тоже будем взбивать. Взбивать опять! Ребята, давайте мне буду. Ну а теперь у нас на очереди мука. Кто будет сеять? Я! По очереди, Влад. Лично Владик. Давай. Муку мы всыпали. Да. А теперь мы точно так же миксером все тщательно перемешиваем. Давайте. Тише. Значит, я опять стою. Ну давай, помогай нам. Ну здесь, Аня. Ну сюда. Итак, мы тщательно все перемешали. У нас такая консистенция густой сметаны получилась. Сейчас мы вот венчиками покажем. Вот такая густая, такая как сгущенка, густая сметана. Получилось у нас тесто. Сейчас на данном этапе мы всыпем соду. У нас это где-то 1/2 чайной ложечки. Всыпаем. Высыпаем все. Высыпали. А теперь мы это все дело это Дася. Загасим это уксусом. Мама заделает. Ой-ой-ой, смотрите, какая у нас магия. Магия. Шипит. Шипит. Нет. Еще немного пошипели. Все это опять миксером перемешали. Так мы продолжаем. Мы перемешали, погасили соду уксусом. А теперь мы делаем так. Мы половину этого теста нашего переливаем в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Половину оставляем у нас в ковшике. И в эту половину мы всыпаем какао. Ну-ка, не сюда. Все. А я перемешиваю. И снова перемешиваем. У нас всегда идет борьба за миксер. Вот так, мы напылили. И у нас получилась коричневая масса, которую мы точно так же, шоколад, которую мы точно так же добавим в форму. Ну вот так вот мы. Вот так вот мы вылили коричневое тесто в белое. Можно, конечно, чередовать, делать это как зебру. Ну, мы идем по упрощенному варианту. А сейчас мы сделаем, извините, что пальцем, но просто вот такие зигзаги писать. Нет. Вот так. Творческий беспорядок. И ставим в разогретую духовку на минут 40-45.
до готовности нашего бисквита. А потом продолжим дальше. Ну что, наш пирог испекся, да? Вот мы его уже достали, вот он у нас уже готов, да. И пока пирог наш пекся, мы приготовили крем. Из чего же состоит наш крем? Наш крем состоит из литра сметаны, две пачки по 500 грамм, и сахар. И все это нужно миксером взбить тщательно. Да? Будет очень-очень вкусно. А сахар мы добавляем по вкусу. Кто любит послаще, тот добавляет побольше. Кто любит средней сладости, тот поменьше. В общем, на ваш вкус. Взбили, взбили, 5 минут взбивали, вот наш крем подготовился. Потом мы наш пирог разрезаем. Оставляем тоненький коржик, а второй верхний коржик мы сейчас будем разрезать на кубики. И обмакивать эти кубики в наш крем со сметаной. Как я обожаю, это вот такие маленькие тортики. Да, маленькие пироженки. Вот сейчас мы режем. Это я смажу. А ты хочешь смазать? Сейчас мы смажем корж наш тоже кремом. Нижний обязательно смажем. Нарежем на кусочки, на кубики такие. Ой. Или полосочки такие. Вот, мы порезали наш корж. Вот на такие вот у нас кусочки получаются. Да, посмотрите, вот такие вот кусочки. Сейчас мы возьмем ложку и промажем сметаной наш нижний корж. Подожди, Иван. В процессе приготовления торта кусочки его исчезают. Где-то незаметно. Поэтому готовьте на полкилограмма больше. Вот так мы промазали хорошенько края. Вот тут возле краев всегда. Вот так промазали все сметанкой. А теперь мы делаем очень просто. Мы забрасываем наши кубики все туда в форму. Почти все. Половину сначала. Давайте. Забрасываем. 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 Все, забросили немножко, да? Подожди. Последний. Подожди. Перемешали. Макнули все. Утопили наши кубики туда. Вот так. Утопили в сметане их. Перемешали. Ой. Обычная сметана? Обычная сметана с сахаром, да. А потом мы эти кубики аккуратненько, в хаотичном порядке выкладываем. Кто там лизает пальчик? Сейчас мы прервемся и через пару минут покажем, что же у нас в итоге получилось. Ну что же, мы наши кусочки все обмакнули в крем, выложили его горочкой. Наша семья любит очень мокрые торты, поэтому сметаны мы не жалели. Сметаны мы не жалели, и крем у нас даже немного остался. Но он не пропадет, потому что у нас есть любители. Вот они. Да? Ну что же, торт мы оставляем на ночь, чтобы он пропитался хорошенько. А завтра... Ну что, мы наш торт сформировали. Оставим его на ночь, чтобы он хорошенько пропитался. А завтра утром мы закончим его украшать. И будет вкусный, вкусный. А теперь... Налетаем на крем, на остатки крема. Кто первый? Всем привет! И свечка, конечно же, будет в нашем распоряжении, правда, Дашка? Да. Наш торт пропитался за ночь, постоял хорошо. Торт наш за ночь хорошо пропитался. Я уже приготовила шоколадную глазурь. Рецепт ее я напишем в комментариях. Она состоит из сахара, сметаны, какао и сливочного масла. Рецепт будет в описании. Сейчас мы польем торт глазурью. Польем торт глазурью.
так будем украшать. И потом будем украшать. Встретимся через пару минут. Ну что? Торт мы глазурью залили. Поставили нашу циферку 6. Кому сегодня 6 лет? А сейчас будем украшать посыпкой. Ну давайте. Вот так вот мы все в одно место взяли и высыпали. И циферки 6. Вот, обязательно. Вот так, все, молодец. Вместе. В отличном порядке разбросаем. Ну, это у нас любитель сладкого Владислав. Торт мы наш украсили. Вот такой он у нас красивый, замечательный. Да? Рецепт будет обязательно у нас. Торт наш готов. Будем отмечать Дашин день рождения. Да, посмотри. Говорим всем. Всем пока, ребята. Пока, ребята. Много лайков. Тысяча, вот миллион лайков на наш канал еще. Нажимайте на колокольчик, чтобы красная кнопка стала. Всем пока-пока. С днем рождения, С днем рождения, Даша!